В поселке Луговой Приморского района снова есть свой медпункт. Опытный фельдшер в новом ФАБе принимает пациентов. Жители ждали этого события 3 года. Олеся Кокина побывала на открытии. Алле Митькиной впервые за 3 года не пришлось покидать родной поселок, чтобы получить медицинскую помощь. Теперь здесь снова работает фельдшерско-акушерский пункт. Обычно приходилось ездить в Застровье. Вот. А теперь я могу прийти здесь сделать хотя бы уколы. Вот. Ребенка привезти на прием за справками. Сейчас перед школой нужно будет справки. В Луговом проживает 199 взрослых и 39 детей. Потребность в медицинских услугах серьезная. В просторном и светлом кабинете ФАПа осваивается Анатолий Бобрецов. Фельдшер с большим опытом прежде работал в Вельской неотложке. За первые 2 рабочих дня на новом месте уже успел принять с 10 пациентов. Работаем много, немного. Это еще рано пока говорить. Знакомимся с населением. А так, население вполне хорошее, ФАП замечательный, меня все устраивает. Муниципалитет обеспечил медицинского специалиста служебным жильем рядом с работой. ФАП будет оснащен всем необходимым оборудованием для медучреждения первичного звена. За счет средств областного бюджета и средств спонсора было отремонтировано помещение. В настоящее время администрация Приморской центральной районной больницы проводится закупка диагностического оборудования и оснащение мебелью. В течение 3 лет в Архангельской области будет построено и отремонтировано еще 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Олеся Кокина, Александр Кузнецов, регион 29.